Так, девочки, давайте посмотрим мои булочки, мои вкусные. Такую тему, как заблокировал, разблокирует ли. Сразу понимаем, что это общий расклад, что он может отыграться не у всех. За личным обращаемся в WhatsApp по номеру телефона. Еще также приглашаю на просмотр негатива на Боске. Тоже WhatsApp, пожалуйста. Итак, давайте представим его. А, еще хотела сказать спасибо за доверие, девочки. Мне очень приятно, что вы пишете, что вы оценили, что у многих расклады резонируют, отзываются. Я очень вам благодарна. Спасибо большое. Я вас всех очень-очень люблю. Итак, давайте посмотрим, заблокировал, разблокирует ли. Давайте посмотрим ситуацию, в которой он заблокировал. Что произошло? Что это гнида, да, мою девочку заблокировал. Он такой, он сидит, ему там вообще хорошо. Человек, который, как сказать-то, человек жадный. Жадный до всего. До чувств, до эмоций, да для всего, для подарков. Вообще жадный. То есть человек, который ничего не хочет давать. Человек, который сейчас сидит у себя там где-то, он заблокировал вас, сидит, он пожирает чипсы, смотрит телек, пьянствует. Пока что в одного показано. Скупо сидит и все. Ничего не хочу никому давать. Не тратиться ни на кого, не общаться ни с кем. Все, нафиг. Идите все полем. Давайте посмотрим ситуацию, что у вас произошло, чтобы понять, ваше это или нет. Покажите нам, что произошло у моей девочки и этого, кто заблокировал. Человек эгоист. Человек, который наобещал кучу, и так ничего и не принес. Человек, который... Хотя он прекрасно себя чувствует в одного. Человек, который любит, чтобы у него была такая зона комфорта, чтобы туда никто не лез. И, видимо, вы туда залезли, в эту зону комфорта. Видимо, вы покусились на то, что он больше всего любил. Где бы он ни был, он привык уходить куда-либо, где ему в кайф. Чтобы его никто не трогал, он там творил все, что захотел. Я так понимаю, что он вам что-то обещал. Подарок может быть любой. Пентакли – это не только материальные ценности. Пентакли – это еще вообще ценности. То есть что-то человек обещал, и человек этот не сделал. Он отнесся легко. Ну, тут и понятно, если по характеристике человек, который ничего и не собирался делать. Вы, видимо, это сказали. Давайте еще посмотрим. И что произошло? Так, а здесь что? У него, я почему-то все время показываю людей, которые стараются от моих булочек ходить налево. И показано, что у человека, как сказать-то, была где-то страсть, куда-то человек пошел, его куда-то примагнитило. По дьяволу это всегда, понимаете, что-то, ну, нехорошее. То есть человек с какими-то помыслами пошел, да, это искушение всегда. А если еще и тут жезлов, ну, видимо, наперевес со своим жезлом он куда-то побежал. И закончилось тем, что кто-то что-то узнал.
ко всему к этому. Да. Давайте посмотрим, разблокирует ли. Разблокирует ли данный человек вас? Да, он вас разблокирует. Он разблокирует вас, оно должно пройти какое-то время. По колесу фортуны даже не могу сказать, сколько это будет. Доложив карту колесу фортуны, могу сказать, что это будет не быстро. Умеренность – это всегда такой тоже довольно продолжительный. То есть это постепенно. По умеренности это будет постепенно. Человек вам, как бы то ни было, какая бы вот с пузом, да, вот это нечто не было, оно испытывает к вам такую, как сказать, симпатию наравне с влюбленностью. Вот. И даже то, что он вас заблокировал, он все равно где-то смотрит на вас. Он где-то подглядывает, что-то подсматривает, где-то что-то краем уха выслушивает, выспрашивает, если, может быть, у вас есть знакомые. У вас и у него, да, одни и те же знакомые. Человек, он, понимаете, он мнит себя не тем, кто он есть. Уж не знаю, здесь не показано из расклада, сколько вы вместе, но мнит он себя и показывает, транслирует миру он себя как император. Знающий, клёвый, крутой человек слова, хотя мы уже видим, что нифига такого нет, ни черта человек не делает, слова он своего не держит, еще и скряга, а император он не такой. Он никогда свою девочку не оставит, да, без штанов, без подарков и так далее. Он мнит себя императором, а вторая карта выпала, это паж, он всего лишь паж. Паж кубков. Человек, который только может заливать. Человек, который толком еще ничего не может, ничего не умеет. Он еще только, вот видите, пошел искать воду, да, с рогатиной. То есть у него еще начало. Он не зрелый, не созревший. По этой карте он может быть младше вас. Либо он человек взрослый, но там в голове бабочки летают. Девочки, он разблокирует. Он разблокирует, это будет не скоро, а так как человек все равно влюблен, он о вас думает. Вопрос другой. Оно вам надо? Вот давайте совет карт возьмем. Надо ли ждать разблокировки такого вот кадра, чтобы он разблокировал мою девочку, булочку, конфетку сладкую, вкусненькую. Совет карт вам взять в руки себя, в конце концов, свои ноги, свои руки, свою попу и усилиями воли, кропотливо над собой поработав, к чертовой матери понять, что вы все-таки чуть ли не Мэри Поппинс, которые должны все восхищаться, уйти нафиг. Да, поймите, что вы клад, сокровище, и оно вам не надо.